В Химках задержали 45-летнего местного жителя, которого подозревают в получении взятки. Установлено, что злоумышленник является руководителем Сходнинского водоканала и требовал от предпринимателя 270 тысяч рублей за подписание акта о технической приемке водопровода. Подозреваемого задержали в личном автомобиле в момент получения денежных средств. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, получение взятки в крупном размере. Санкции статьи предусмотрены наложение штрафа в размере до 90-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок до 12 лет.